Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска, двигатель 2.7 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 227 тысяч километров. Частично заменю масло в коробке и выставлю уровень. Меняем примерно раз в 20 тысяч, где-то 5 литров масла сливаем и заливаем. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот у нас сливная пробка, а вот у нас заливная пробка сбоку. Здесь, чтобы по балке не растекалось, подсуну картонку. Шестигранник на 10 сливаем. И сразу откручиваю. Закручиваю на место пробку сливную. Убираю картонку. Подтягиваю пробочку. Здесь сильного усилия не надо. Здесь 8 ньютона-метров всего. На пробке прямо написано. Стоит резинка. Беру масло Равинол АТФ 6HP, именно для этих коробок. Номер для заказа его, сейчас скажу. Номер для заказа идет 401, 483, 573, 27, 11. Также здесь вот есть артикул другой, 121, 111, 2001. Но не по этому номеру заказывал, по-другому. Пока не завожу автомобиль, вставляю трубочку, с трубочкой удобно, и вдавливаю масло, пока оно не побежит. Побежит, уже завожу автомобиль и доливаю опять до того момента, пока не побежит.
с этой банкой даже как такового нагнетателя и не нужно. Достаточно через этот носик заливать. Вторая банка пошла. Ну и сейчас масло побежит. Товарища попрошу, чтобы завел. И после этого уже будем доливать дальше. Так, вторая банка ушла. Все, масло пошло. Заводи! Все, масло потекло. Закрываю пробку. Ну и все. На этом частичную замену масла я закончил. Мы каждые 20 тысяч меняем масло таким образом. 4,5 литра уходит при единоразовой замене. Масло чистенькое, коробка работает исправно. А на 80 тысячах заменим масло уже с фильтром. Здесь фильтр, это и есть сам поддон, это и есть фильтр. На этом все. Всего вам доброго.